Так, ладно, у меня есть предложение. В чате никого нет, но есть предложение. Что если почитать новеллу, которая называется «Черный подсолнух»? Ну, это 2-10 часов, конечно, ничего не говорит. Но если что, если у меня будет завтра возможность постримить, то можно было бы завтра дочитать, если мы не дочитаем сегодня. Ну или на следующей неделе сначала дочитать подсолнух, потом начать Рутвинса. Я думаю, у меня там будет время. Прямечко. Но можем, получается, мы дочитали «Прощаем и увидимся с тобой последний раз». Мы прочитали демку Одиума. Мы прочитали «Светоч». Мы прочитали... О чем мы еще читали сегодня? Я уже забыла. Мозг все выключился. Одиум. Да все получается. Одиум, Светоч, да? Можем начать, собственно, подсолнух. Почему бы и нет? Начнем читать. И что дочитаем? Посмотрим, так сказать, истоки Тома Тора. Чего нет? А? Мне кажется, звучит неплохо. Хотя, кто знает, может, мы дочитаем за сегодня. Так, Black Sunflower. Что это? За Химавари. Редми. А, так. Химавари. Полный экрана получается. Ой, так, сейчас. Он никуда не улетал. Захватываешься? Захватывается. Погнать под экран. Дальше, что еще мы сделаем? Так, сейчас. Я прочитаю описание и отойду на минутку буквально водичку себе налью. Так, черный подсолнух. Тут, по идее, должны быть ссылки. 2015 год, да? 15? 15. Приложение 2-10 часов. Ну, я не знаю, сколько тут. Ну, это понятно, что что-то чуть более двух часов. Лёгче всем, возможно. Жанр романтика, повседневность. Сюжет он и она полный противоположности. Они живут в одном городе, учатся в одной школе, но находятся в совершенно разных мирах. Однажды, знойным летним днем, они рисуют картины. Две полностью противоположные картины сразу же решают отправить на художественный конкурс. Так, наконец, два мира пересекаются друг с другом. Но смогут ли абсолютно разные люди понять и принять друг друга? Оригинальные грации мы пройдем как-нибудь, какой-нибудь следующий раз, короче. Но это классная тема на самом деле. Будет. Типа, варианты, типа, завтра либо мы пробуем в оригинальной грации пройти, либо почитаем «Невесту тьмы». Ну, хотя можем «Невесту» дождаться, пока она выйдет. По-моему, третья глава еще не вышла, можно дождаться третью главу и после этого. Так, что-то оно тут, так сказать, не так хорошо себя чувствует. А есть ли тут концовки? Не знаю, вроде нет. Есть какой-то редми, который
Chrome HTML документ, но я не могу открыть. Это лог. Ладно, сейчас посмотрим. Так, наверное, закрою папку. Так, вот так переключаю, сейчас приду. Так, это должно быть норм. Бонусы. А, тут есть концовки. Фига тут концовок. Ну, посмотрим, ладно. Посмотрим. Попытаемся. Давайте. Thank you.
Так. Так, о персонажах. Ага, это тоже потом будет. Начать. Пробуем. Так, а я могу? А нет, я не могу. Мне нужно вот так делать. Ну, все хорошо. Все вроде хорошо. Звук, ну, должен быть, по идее. Блин, какое-то количество, какие-то боты. В списке зрителей. Непонятные. Игра. Игра. Она захватывается? Вроде захватывается. Да хватит так делать. Что я могу сделать оконный, но, по-моему, вот так нужно делать. Нет, она все равно, наверное, будет так делать. Сейчас появится. Ну, может, просто как... Ладно. Я просто хотела найти собственное желание. Я просто хотел найти смысл вокруг себя. Мы искали друг друга. Черный подсолнух. Лето. Жаркое, яркое, окрашенное в желтый цвет лето. Оно пришло, как и всегда, как приходило каждый год. И на этот раз оно явилось, согревая своими широкими объятиями землю и воздух, стараясь не упустить ни одно продрогшее за зиму существо. Солнце напекало неприкрытую голову. Песня цикад разносилась в ушах назойливым шумом. Ничего не хотелось делать, а особенно рисовать. Да, блин. Голова неприятно кружилась. Хотелось пить. Хина. Хината! Хинат-сама! Ай! Кто-то больно ткнул меня карандашом в бок. Акари-чан? Не спи, Хина! А то совсем расплавишься на солнцепёке! Я свернулась в реальность. Акари сидела рядом и со скептическим видом смотрела в мою сторону. Я не сплю, Акари-чан. Я вижу, как ты не спишь. Чуть не закапала слюнями весь рисунок. А? Я поспешно поднесла ладони к подбородку. Я совсем забыла, что еще держу в руке карандаш и ткнула грифелем прямо в щеку. Ай! Что за разява, Хина? Сегодня не мой день, Акари-чан. Нужно просто смириться и дождаться вечера. О, как же жарко. Погода убивает не только тебя, Хина. Это урок графического рисунка обязательно нужно было проводить на улице, когда даже асфальт жира растекается, да? Сенсей сказал, что грех такой погожий денек торчать в душном кабинете и дышать пылью. Мне кажется, в кабинете может быть жарче даже. Но если под тенечком... Дум-дум-дум. Музычка такая. В классе рисования, между прочим, стоит кондиционер. Почему его никто никогда не включает? Почему его никогда не включают? Он ведь сломан уже полгода, Акари-чан. Ничего не хочу слышать о том, что единственное чудесное устройство, способное поддержать наше существование в дикие дни жары, почило с миром еще зимой. Ну,
Что? А ты, кажется, энергичный, несмотря на жару. Меня успокаивает мысль, что ты накормишь меня мороженым после школы. Ты обещала. Обещала? Разумеется, жара совсем тебя сломала, Хина. А-а-а, не думала, что обещала что-то подобное. Не рви мне душу из-за того, что уснула на соцепёке и потеряла память. Ленивая Хина. Я не ленивая. Я не спала. Ну-ну, может, покажешь мне рисунок и докажешь, что кропотливо оттачила свои навыки рисования, а не витала в облаках. Акари-чан, ты слово плати. Несложно догадаться, что мой рисунок оставлял желать лучшего. Я и сама не понимала, почему сенсей решила поиздеваться над учениками и отправила нас рисовать подсолнуховое поле. Хотя знала, какая ужасная жарища стоит на улице. В итоге многие ученики просто разбрелись кто куда в поисках тени и по большему счету рисовать не подзабыли. Но я не хотела подводить сенсей, и все-таки она дала нам задание, поэтому уселась перед подсолнухами на травке и принялась за работу. Акари-чан без всякого энтузиазма присоединилась ко мне. Но из-за жары ничего путного не получалось. Ну-ка, Хина. Посмотрим. Что? Ты меня пугаешь, Акари-чан. Страшно. Я боялась всех колких замечаний и критики. Акари-чан рисовала хорошо. Нет, действительно хорошо. Можно сказать, лучше всех в классе. Но, учитывая ее пофигистически ленивый характер, большую часть рисунков Акари-чан выполняла в своем неведомом стиле, который Сэнсэй называла «выполнено от балды». Акари-чан продолжала изучать мой рисунок. Все плохо? Даже не знаю, что искать, Хина. Может, так да покажешь свою работу? Я взглянула в рисунок Акари-чан. Сегодня, что неудивительно, я не захотелось рисовать нормально. Поэтому на рисунке было изображено какое-то неведомое чудище, пожирающее подсолнухи. Или не чудовище? Ты подсолнух или это? В чем дело, Хина? Ты поражена моим талантом? Более чем, Акари-чан. Что ты вообще хотела этим показать? Акари-чан хитро улыбнулась. Возможно, я пыталась изобразить собственный стиль жизни. Ведь обычно художник показывает через искусство тяжкий груз, лежащий у него на сердце. Чудовище, пожирающее подсолнухи? Серьезно, Акари-чан? Не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Не волнуйся. Будешь слишком много думать, и мозги совсем перегорят. А тебе еще надо картину закончить, а то сенсей разразится гневными воплями. Ты уже закончила? Разумеется. Хоть картина Акари-чан выглядела странно, но чудовище получилось очень даже артистичным. Ее талант проглядывался даже в шуточных карикатурах. Твой взор полнил скепсиса, Хина. Так и быть, ради тебя я перерисую работу. За дело. А потом и мороженого можно съесть. Блин, я не знаю, мне не глушит она? Мне кажется, что она меня глушит. Откройся, пожалуйста, настройки. Наверное, вот так надо сделать, потому что прям громкая музыка такая. И на минутку снова мне нужно будет отвалиться, потому что пес требует, блин, хиты. Стресс у него. Сейчас вернусь.
Нет, стой, еще что-то прочитай, пока уже... Так. Зарядившись энтузиазмом, Макаричан вложила свою чудовищную картину и принялась водить карандашом по чистой бумаге. Эх. Я только заканчивала свой первый рисунок, а Кари уже докрашивала второй. Подсолнухи на ее картине казались настоящими. Мне никогда не получалось так хорошо работать с линиями цветовой гаммой. А вот и все. Мороженое, мороженое. Да-да, сейчас. Ты еще не закончила? Почти. Кажется, все-таки жарко сегодня. Из-за пекла я не могла нормально сконцентрироваться, сомневалась в качестве работы. Все? Дай-ка мне посмотреть. Акари-чан осталась на рисунок, и снова я услышала ее странное... Все плохо, да? Да нет, не то что... Талант есть талант, Хина. Не принижай себя. Но сенсей будет ругаться из-за твоей смелой выходки. Она не любит расхождение с реализмом. Выходки? Как так? Я всегда рисую только то, что вижу. Не уверена, что сенсей одобрит подобный рисунок. О чем ты вообще? А Кари-чан посмотрела на меня как-то странно. Я говорю об этом странном подсолнухе. Я опустила взгляд на свою работу. Ну же, Акари-чан, подсолнух как подсолнух. Акари-чан скорчила гримасу, изображая сенсея. Почему он черный? Он что-то олицетворяет? Откуда такая страсть к символизму? Я рисую только то, что вижу. Вон он, видишь? Он там. Я указала карандашом в сторону поля, а Кари-чан проследила за моим взглядом. Видишь его? Видишь? Черный подсолнух. Он так отличается от остальных. Это очень странно. Никогда такого не видела. Настоящее чудо природы. Знаешь, Хина. А? Пора нам съесть по мороженому. О, пошли, пошли. Мы добросовестно выполнили работу. Теперь можно и отдохнуть. Хорошо, только не тяни меня за рукав. Я начала поспешно собирать карандаши. Все-таки мне мой рисунок понравился, несмотря на то, что на изображенном ярком желтом поле красовался один черный подсолнух. Что-то в нем было необычное, загадочное. Я не переставала о нем размышлять. Пошли же, Хината! Я иду, Акари-чан! С этого началась моя история, с единственного черного подсолнуха, нарисованного в ужасно знойный летний день. На следующий день в классе мы с Акари-чан обсуждали какую-то ерунду. Смотрела вчерашняя серия? А, ну да, вместе с малышней. Намекаешь то, что я смотрю детские передачи для младшеклассников? А, Акари-чан, нет. Как и всегда, как и в любой день до этого, пока разговор не зашел о вчерашних рисунках. Кстати, Хина, слышала, что ты заявила вчера сенсей насчет рисунков подсолнухов? Нет, не слышала. Сенсей решила выбрать лучшую работу со всех параллельных классов и отправить на место межшкольный конкурс. Как тебе новость? Конкурс? Ага. Ну, вроде как нам надо затмить все остальные школы на поприще искусства. Ты же знаешь, у нас элитные учебные заведения, и все наши ученики обычно занимают призовые места. Можно сказать, что отобранная сенсеем работа определенно победит. Никто уже в этом не сомневался. Не сомневается. Другое дело, на кого падет ее цепкий взор. Если бы сенсей сказал раньше, все бы лучше старались. Я захотела сразу перерисовать картину. Стыдовато какая. Я же ленилась из-за жары. Сейчас, секунду, я вернусь. Потом такое, чтобы писать.
что еще я хотела написать? Можно ли мне пока? Считаю, что в эти 2 месяца я молодец. И почему-то она отказалась принять мой первый шедевр с пожирающим монстром. Почему-то я не удивлена. Ты предаешь мое доверие, Хина. Но и Санса его предала. Она остановилась на 2-й версии. Так она же была работа, которую отправят на конкурс. Она сменится между 3. Не волнуйся, твой рисунок тоже среди претендентов. О. Голова немного закружилась. Не волнуйся, я же говорю, ты замечательно рисуешь. Тем более, что ты в рисунке Санса подметила нестандартное решение. С черным подсолнухом. До сих пор не понимала, почему... До сих пор не понимала, чего Акари-чан прицепилась к тому подсолнуху, но не стала ее перебивать. Кроме того, вдруг Акари-чан расплылась в кошачьей улыбке. Ходят слухи, что ты не одна отличилась, Хина. Как это? Кто-то еще решил нарисовать тот подсолнух? Значит, я не одна его заметила. Настроение заметно улучшилось. Аху, знаешь Микаги из параллельного? Микаги? Память шевельнулась, расплывчатое воспоминание. И я обычно плохо запоминаю людей. Вечно ты витаешь в облаках. А Микаги очень круто рисует. Его работы тоже несли в 3 претендентов. Здорово. Ты всегда радуешься потенциальным соперникам? Хина. Не знаю, это плохо? Хина. Ну так вот, его рисунок выделяется еще больше, чем твой. Выделяется? Я почему-то представила, как на его рисунке чудовище из фантазии Акари-чан развалилось на желтом поле и поедает черный подсолнух. Но вряд ли Микаги или любой другой человек стал бы такое рисовать. На его рисунке все поле. Черное. Черное?
сплошные черные подсолнухи. За исключением единственного желтого. То есть, твой рисунок только наоборот. Полная противоположность, как вода и огонь. Добро и зло. Инь-янь. Подожди, Акари-чан. Ты серьезно? Разумеется. Он и правда такой нарисовал? Мне почему-то стало грустно. Черное поле подсолнухов. По коже пробежал холодок. Любопытно? Да. Немного. Тогда сходи и посмотри. Так, ладно. Imagine ремастер черного подсолнуха. Ну, чтоб музыка, например, более плавно как-то шла. Ну, или, не знаю, какая-нибудь, может, другая. Я думаю, это бесплатная, поэтому еще так. И, ну, где-то графику подтянуть что-то на фон, на фонах, например, потому что понятно, что это более готовые уже взяты. Нет, даже совсем готовые. Хотя, может, нет, скорее всего, даже прям совсем готовый. Бесплатных материалов. Прикиньте, короче, вот сделать такой вот маленький ремастер. Скидываемся, чуваки. Расчехляем донаты. Кидаем их в Ананки с Вакари и говорим: дайте нам еще и вот этого ремастер, когда с грациями закончите. Тогда сходи и посмотри. А? Все три работы, из которых выбирает сенсей, сейчас выставлены в класс СИЗО. Можешь лично удостовериться после уроков. Мне действительно стало любопытно. Заинтересовала не только картина с прачным подсолнухами, но и человек, их нарисовавший. Да чем Микаги нарисовал их? Видел ли он их, как я, свой черный подсолнух, или просто самовыражается, подобно Акари-чан? Не в силах унять любопытство, я решила сходить в класс СИЗО, как только прозвенит замок на звонок на следующую перемену. Черный подсолнух. В ушах играла музыка. Музыка — единственное, что последнее время меня интересовало. Она отвлекала от окружающего мира. Иногда она заставляла меня улыбаться. Я сидел в классе ИЗО и смотрел на картины. На самом деле, сейчас у меня был урок математики, но я решил прогулять его и послушать музыку. Я часто прогуливал, когда возникало настроение. Не то чтобы я был злостным хулиганом, получающим только низкие баллы, постоянно опаздывающим на урок. Нет. Просто иногда оно приходило. Такое настроение. Ну-ка, посмотрим. Сенсей говорила что-то про конкурс, на который отбирала вчерашние работы с подсолнуховым полем. Меня не сильно интересовал конкурс, но ее фраза одна запала в память. Не забудь поищать твою противоположность, Микаги-кун. Мою противоположность? Что она имела в виду? Стало дико интересно, поэтому я решил прогулять урок, спрятавшись в классе ИЗО, из чувства любопытства. Я поставил стул напротив стенда, где вывесили работы, из которых сенсей выберет одного счастливчика. Я сразу заметил картину той безумно талантливой девочки Акари, фамилии я ее не помнил. Не возникало сомнений, что идеально нарисованные подсолнухи будут биться за первое место. Также в глаза первым делом бросилась моя работа. Она выглядела вызывающим черным пятном на фоне остальных ярких желтых цветов. Желтых рисунков. Еще более вызывающим смотрелся на черном поле единственный желтый цветок. Словно единственное живое существо посреди черной бездны. Я довольно улыбнулся. Получился именно тот эффект, который я добивался. Неплохо. Тем более, что стояла такая жара, что я чуть кони не двинул. Что же до той противоположной работы? Обычное подсолнуховое поле, хоть и неплохо нарисованное. И посреди него единственный черный цветок. И правда полная противоположность. Я с легкой усмешкой покачал головой. Ничего особенного, скучно. Черный подсолнух совершенно не выделялся. Наоборот, его словно задавили со всех сторон яркие желтые собратья. И ему было нечем дышать, он увидал среди здоровых крепких цветов. Ха, бедняга. Не стала прогуливать урок ради этой картины. Все-таки в ней действительно не было ничего интересного. А! Кто-то открыл дверь в класс. Я поспешно вытянул ушей наушники. Черт, не волнуйтесь, сенсей, я прогуливаю в последний... А?
Сенсей оказалась вовсе не сенсеем. Прошу прощения, я думала, урок уже закончился. Урок закончился? Хм, я так засмотрелась на картину, что пропустил звонок. Ничего, здесь все равно нет никого, кроме меня. Я кивком указал на пустующий класс. Ученица несмело заглянула внутрь, удивленно моргнула мелкими шажками, подошла ко мне. Ее лицо показалось незнакомым. Вот оно что. Это она. На чем прошла? Мой голос неожиданно прозвучал грубо, поэтому ученица по имени Хината слегка вздрогнула. Посмотреть работы, То есть подруга сказала, что среди них есть очень интересное. Та самая Акари? Она зрит корень. Ну и как? Хината с серьезным видом задумалась. И правда, полная противоположность. Что? Что он только что сказал? Это работа. Она указала на мой рисунок. Выглядит очень печальный. А? Печальный? С чего ты так решила? Ну, понимаешь. Она почему-то запаниковала, но сразу же взяла себя в руки. Это черное поле, оно же... Это черное поле, оно же очень грустное, разве нет? Безжизненное и пустое. Бедный желтый полсонок, наверное, чувствует себя очень одиноким. А? Кажется, ты не сильно разбираешься в искусстве. А? Разве? Само собой, желтый подсолнух не чувствует себя одиноким. Наоборот, он уникален. А все происходящее вокруг него абсолютно его не касается. Он крутой. Правда? Разумеется. Это ведь я его нарисовал. А? Хината уставилась на меня круглыми удивления глазами. Правда? Так это ты? Я, и работа тоже моя. А ты хорошо рисуешь, Микаги. Ладно. Разумеется, я ведь гений. Хината немного удивилась. Гений, да? Ты и правда талантлив. Тебе порисовать что-то более жизнерадостное. Ей определенно не давала покоя моя картина. Ты просто так пришла критиковать чужую работу или как? Критиковать я вовсе не собиралась. Ладно, ладно, я понял. Зачем ты пришла? На самом деле, я хотела посмотреть на твою картину, а Карачан сказала, что она противоположность моей. Смотри, вот, я ее нарисовала. Хината указала на тот скучный рисунок, где на желтом поле был изображен черный подсолнух. Наверное, мне стало сразу догадаться, кто кроме нее мог нарисовать такой рисунок. И не поспоришь, что они противоположны. Действительно. Хината улыбнулась, после чего вдруг стала на удивление серьезной. Можно задам тебе вопрос, Микаги-кун? Вопрос? Как хочешь. Ой. Почему ты нарисовала такую картину? А? Чего? В смысле такую? Ну, зачем было придумывать черное поле? Сенсей дала нам простое задание — нарисовать карандашом пейзаж, не добавляя ничего от себя. Что ты имеешь в виду? Такое чувство, что мы говорили на разных языках. Хината совершенно опешила. Что? Ну, как же... Постой, я понял. Ты говоришь, я нарисовал то, чего не существует. Да, не существует никаких черно-подсолнуховых полей. Это ведь очевидно, разве нет? Я устала, посмотрела на Хинату. С чего ты взяла? А? Почему ты решила, что нарисовал то, чего не существует? Мои слова окончательно сбили девушку с толку. Было забавно наблюдать, как она отчаянно силится сообразить, что я имею в виду. Но ведь черные подсолнухи... Она явно думала, как бы иначе сформулировать фразу, это же очевидно, как дважды два. Ты сама нарисовала черный подсолнух. К чему какие-то претензии? Это другое. Я рисую только то, что вижу, Микаги-кун. Я не фантазирую. А? Хочешь сказать, что ты увидела подсолнух и нарисовала его? Увидела вживую? Да. Хотя почему-то никто больше не захотел его рисовать. Наверное, потому что сенсей стала бы возмущаться. После выхода Хакари-чан она не особо любит, когда в наших работах появляются выделяющиеся детали. Ха. Поэтому когда я услышала, что кто-то еще его нарисовал, то очень обрадовалась. Но казалось, ты не рисовала реальность. Ты просто вывернула цвета пейзажа наизнанку. С чего ты взяла? Я снова повторила ту же фразу. Я не понимаю. По-твоему, я не рисую реальность? Наверное, ты единственное, чем мы похожи. Хината-чан. Я тоже рисую только то, что вижу. Но как?
Все просто, я пришел, увидел поле, нарисовал его. Такие дела. А то, что остальные одноклассники побоялись рисовать правду, чтобы не схлопотать от сенсея, не мои проблемы. Собственно, тебе я тоже могу задать пару вопросов. Вопросов? Почему ты испугалась? А? Почему не нарисовала правду? Почему тебя схватило только на единственный цветок? Ты ведь тоже видела это черное поле, да? Но испугалась. Решила, небось, хватит и кусочка правды. Вроде ты и ухотела за частичку реальности, но и не переступила границы дозволенного, верно? Нет. Ого, разве? Нет, Микаэль-кун, ты ошибаешься? Я рисую только то, что вижу, Хината-чан. Я не боюсь. Я всегда делаю только то, что мне нравится. И плевать на сенсея. Микаги-ка... Но тебе ведь не плевать. Тебя волнует мнение окружающих. И ты делаешь только то, что считаешь правильным. Нет. То, что другие считают правильным. Наверное, немного погорячился. Стоило тебя похвалить. Ведь на этот раз тебе хватило смелости на целый черный подсолнух. Хината не отвечала. Она молча смотрела на меня ничего не выражающим взором. Ее глаза немного пугали. Ты окончательно запутался. Вот и все, что она сказала после долгой и начавшей тяготить меня паузы. Чего? Не послышалось? Ты запутался. Нет никакого черного поля. Может, ты не специально меня обманываешь? Но я докажу. Пойдем. Пойдем вместе на поле. Вот дурочка. Я не собираюсь никуда с тобой ходить. И доказывать ничего не собираюсь. Меня эта картина вообще не волнует, как и конкурс. Я просто поступаю так, как мне того хочется. Тогда я сама тебе докажу! Щеки Хинаты порозовели. Похоже, она разозлилась. Никогда не думал, что такая, как она, может злиться. Докажешь? Как? Я не знаю. Совершенно смутившись, Хината выбежала из класса. Я тупо смотрела ее вслед. И что она собиралась мне доказывать? Ну и чушь. Но в глубине души мне стало интересно. Мне захотелось как можно скорее ткнуть Хинату носом в ее ложь. Она ведь снова взялась за свое. Снова доказывала, какая правильная и хорошая. Тошно. Домой я вернулся в каком-то неопределенном настроении. Я думал о Хинате. Думал, как посмеюсь над ней, когда она просто волосится. Ведь она всегда такая. Делает только, что ей скажет. Думает только так, как следует думать. Если в ней хоть что-нибудь свое. О, ты вернулся раньше, чем обычно. И Чира? Брат отвлекся от чтения потрепанной книжонки и широко улыбнулся, словно ничто не могло обрадовать его сильнее, чем мое возвращение домой. Мое настроение мигом ухудшилось. Я могу сказать то же самое, Чира. А о чем это ты? Почему так рано? Разве ты еще не должен быть на работе? Работа. Ичиро зажмурился, после чего легкомысленно улыбнулся. Работа не самая главная на ее жизни, братишка. Что за мрачный взгляд? Тебя снова уволили. Ичиро устало вздохнул. Можно сказать, что я ушел сам. Мне не подходила эта работа. Не цыкай на старшего брата! Совершенно не хотелось сейчас разговаривать с Ичиро, но тем более после утомительных словесных препинаний с Хинатой. Да и вообще из-за того, что Хината напомнила о своем существовании, ведь Ичиро, в очередной раз потерявшего работу, выводил мне из себя. Какой ты сегодня особенно мрачный. Ты упрекаешь меня в мрачности каждый божий день. Я такой же, как и всегда. Ичиро посмотрел на меня с явным подозрением. Да ладно. Обычно от брата сложно было что-либо утаить. Я и не пытался, каким бы я ни был умным, и вчера всегда казался умнее или хитрее. В нашей семье он всегда был номером один. Я не имею в виду в том, что он первый ребенок, и вчера всегда был лучшим во всем. Но несмотря на то, что вчера уже что-то заподозрил, я не собирался рассказывать о странном случае с подсолнухами. Особенно о нем. Я бы на твоем месте занялся поисками новой работы, коль старая не подошла. Снова. Снова ее выгнали. Но Ичиро не подавал вида, что расстроен. Да, ты прав, как и всегда. Я пойду в свою комнату. Не поболтаешь с любимым братом? В последнее время мы совершенно друг с другом не общаемся. У меня много дел. Дел? Только не говори, что решил всерьез засесть за учебу. Не поверю.
Делать домашние задания я не любил. Я вообще не любил, когда мне указывали, что делать и как быть. Когда я хотел, то учился. Когда не хотел, то просто растворялся в музыке. Я никому ничего не был должен. Решив проигнорировать вечера, я ушел в комнату. Меня переполняли странные мысли. Хината. Она появилась передо мной так внезапно и так не вовремя. Как раз тогда, когда я уже начал о ней забывать. Зачем? Почему именно сейчас? Сегодня музыка не помогла мне отвлечься. Мысли то и дело возвращались загадки посылнохового поля. Наверное, я все же ждал того момента, когда Хината сядет в лужу. Убрав наушники, я лег спать намного раньше, чем обычно. Так, мне нужна водичка. Ох, кстати, чуваки, мы стримим целых 3 часа. Ну, на записи, конечно, это будет не 3 часа, но это самое, да. На самом деле, я стримлю уже 3 часа 2 минуты 55 секунд. Ух. Невероятно, да? Последние дни мы прям стримим с голосом. Неплохо так. Что еще могу сказать? Это соцсети и... кинуть меня монеткой. Хорошая идея, скажу я вам. Сейчас я по... А, так. Сейчас я подышу. Игра не так хорошо работает, чтобы я сворачивала ее. А, сейчас. Я тогда не видела тебя такого сосредоточенного лица, Хина. Акари-чан возникла передо мной как по волшебству. Или она уже какое-то время наблюдала за мной, а я и не заметила? Ох, надо уже взять себя в руки. Знаешь, я все думаю насчет Микаги-куна. Выражение лица Акари-чан изменилось. Думала? О чем же? Не знаю, как объяснить. Но он почему-то не уходит у меня из головы. Всю ночь не спала. Смотри, сейчас устаешь. Ну, я стараюсь. Я старательно стараюсь. Он так хорошо рисует, да и учится неплохо.
Я слышала, что ему много раз признавались в любви. Вот поэтому я и... Ты? Я не понимаю его. Не понимаешь? Совершенно. Зачем ему врать? Зачем рисовать какую-то грустную, мрачную картину? Его поведение меня удивляет. Он сам говорит, что делает только то, что хочет. Разве это нормально? Получается, он хотел нарисовать эту картину? Но зачем? Акари-чан, моя голова скоро взорвется. Микаг, я тебя определенно заинтересовал. Я же тебе только что об этом сказала. Но дело в другом. А? Тебе волнует сам факт того, что он нарисовал эту картину? А? Или то, зачем он ее нарисовал? А? Что Акари-чан имела в виду? Я не понимала. Я не знала, как ответить на ее вопрос. Но я хотела понять. И себя, и Микаги-куна. Поэтому во время медленного перерыва я быстро сбежала до подсолнечного поля. Солнце слепило глаза. Жара так и не спала с того дня, когда мы нарисовали картины. Цикады все так же громко пели, заглушая мои мысли. В руках я сжимала ножницы. Отрежу несколько подсолнухов и принесу ему. Я докажу Микаги-куну, что они желтые. Он не сможет возразить против того, что лежит прямо перед глазами. Отрезая толстые стебли подсолнухов, я чувствовала себя странно. Так, у меня прошла мысль. Так. Сейчас я хочу сделать наверх. Важно. Я чувствовала себя странно. Казалось, что я немного меняюсь. Я не понимала, радоваться мне или бояться. Жара стояла нестерпимая. Прижимая к груди три огромных подсолнуха, я побежала обратно в школу. Почему-то я знала, что надо Микаги-куна в классе Изо. Я ни на секунду не сомневалась, что он будет ждать меня там, как вчера, смотря на стенд с работами. Я окончательно запыхалась, набежала по коридору, снижая скорости. На меня с удивлением смотрели проходящие мимо ученики. Кажется, меня даже откликнула сенсей, но я не обратила внимания. Мне хотелось как можно быстрее показать Микаги-куну подсолнухи. Все, как я ожидала. Он стоял напротив стенда с наушниками в обоих ушах. Смотрел на наши работы. Я занервничала. Странно. Микаги-кун ничего не замечал. Даже отсюда я слышала, как громко звучит музыка в его наушниках. Эта музыка, она была очень живой и эмоциональной. Мне она понравилась. Но почему-то вид Микаги-куна, слышащего его в одиночестве в классе, навевал на меня тоску. Я подошла ближе. Я не знала, чем привлечь к себе внимание. Что же делать? Я не могла просто вырвать наушники из его ушей. Микаги? А?
Он заметил меня сам. Его лицо из мятежного превратилось в ничего не выражающую маску. Нет, в его глазах я разглядела единственное чувство — скуку. Почему меня это так задело? Вот! Не знаю, что еще сказать, я просто сунула Микаги под нос подсолнухи. Эй, что за... Эй, ты чего творишь? Вот! Тупо повторила я. Что это? Подсолнухи? Проклятие. Впервые девушка дарит мне цветы. Его голос стал насмешливым. Он надо мной издевался. Я не дарю их тебе! Тогда зачем ты их притащила и суешь мне под нос? Это... Ну? Доказательство. Микаги Куно уставился на меня, как на восьмое чудо света. Чего? Это доказательство, Микаги Кун! Он перевел тяжелый взгляд с моего лица на подсолнухи. Снова глянул на меня. И снова на подсолнухи. И? И? Ой. Что-то я зажила. Он перевел тяжелый взгляд на моего лица на подсолнухи. Потом снова глянул на меня. Потом снова на подсолнухи. И? Ситуация начала выходить из-под контроля. Не так я представляла себе наш разговор. Ты не понимаешь, Микаги-кун? Не понимаю чего. А, вот же они, Микаги-кун, подсолнухи, желтые подсолнухи. Ты совсем дурочка, а? Чего ты добиваешься? Микаги смотрел на меня прямым, усталым взглядом. Также он смотрел на мою картину. Мне не нравился его взгляд, словно он ожидал меня. Но почему? Я его не понимала. Чего я добиваюсь? Я не совсем понимаю. Хината-чан. От звуков его голоса все внутри меня похолодело. Я устала от тебя и твоих глупых попыток что-то мне доказать. Чего ты хочешь? Чтобы переслала картину? Чтобы не участвовал в конкурсе? Чтобы согласился насчет того, что не видел никаких черных подсолнухов? Но я видел. И рисую только то, что вижу. Никак иначе. Я... Молчи, я не договорил. Микаги-кун пугал. И не потому, что стал серьезным и говорил очень грубо. Меня не пугало, когда кто-то ругается. Нет. Но от сути его слова бросало в дрожь. Он словно копался в моей душе, извлекая на свет неприятные вещи, которых я знать не хотела. Послушай меня, Хината-чан. Я делаю только, что хочу. И мне все равно, какой должна быть правильная картина. Какое тебе дело до нее? Почему ты не можешь мириться с тем, что моя картина не такая, как надо? Мика... Я ведь о тебе знаю. Ты постоянно поступаешь правильно, не думая ни о чем другом. Всегда слушаешься учителей, выполняешь чужие просьбы, получаешь высокие баллы. Многих раздражает такая безотказность, но больше всего бесит, когда кто-то пытается навязать свой образ жизни другим. Вот почему моя картина так тебя зацепила. Она не вяжется с твоим понятием о правильном мире. Ты хочешь, чтобы все вокруг следовало правильным законам и порядкам. Я... Ты поступаешь, как считаешь правильным. Как надо. Как тебе внушили, что так надо. Надо, надо, надо. Да кому сдались эти правила? Никому они не нужны. Никто в здравом уме не пойдет рисовать подсолнухи в 40-градусную жару из-за отсутствия в голове СССР мозгов. Только безвольный идиот учится на отлично только потому, что человек обязан хорошо учиться. Кому-то обязана. Родителям, учителям, школе. Ты обязан только себе, никому другому. И в этом твоя беда, Хината-чан. Ты ничего не хочешь. Тебе все равно. Ты просто автоматически следуешь правилам.
Разве это плохо? Плохо быть хорошим человеком. Плохо служить за учителей. Плохо помогать родителям. Плохо быть примером для подражания и не совершать ошибок. Микаги Кун устало вздохнул, смотря на меня так, словно хотел... На меня так, что хотелось провалиться сквозь землю. Ты не хороший и не плохой человек, Хината-чан. Ты... Можно ли тебя вообще считать человеком? Почему? Почему он такое говорит? Я не понимаю. Не понимаю. Я всегда лишь хотела узнать, почему он нарисовал мрачную и грустную картину. Почему соврал насчет существования черного поля. Я даже представила ему все доказательства. Так почему? За что он так жесток? Не надо, не критикуй мой образ жизни. Мне было нечем ему возразить. Нечего ответить. Я не считала себя виноватой. Тогда почему? Почему меня так сильно зацепили его слова? Смотрите, это родственник Стефана. Немногие лишь поймут, но кто-то понял. Микаги тем временем еще раз посмотрел на подсолнухи, которые я прижимала к груди. Ты решила принести мне доказательства? И что с того? Решила, что я сразу же перерисую картину? Зачем? Я делаю то, что хочу. Вот и все. Если захочу, то выиграю этот проклятый конкурс. Неважно, каким образом. Разговор окончен, Хината-чан. Подсолнухи выпали из рук на пол. Я больше не могла находиться рядом с Мегагеконом. Даже не посмотрев на него, я медленно покинула класс Изо. Она ушла. Что за вздор? Наверное, я был слишком резок, но что с того? Чего еще она ожидала, явившись только ради того, чтобы учить меня жизни? Я сильно ее расстроил. Хината не заплакала, не разозлилась. Неудивительно. Человек без желания чувств не может открыто испытывать какие-либо эмоции, но... Наш разговор не выходил у меня из головы. Разве плохо слышаться учителей? Разве плохо помогать родителям? Плохо быть примером для подражания и совершать ошибок? Хочу пошутить, но никто не поймет эту шутку, но да. Ошибок не совершает только Рубен 2019 года. Это неплохо и нехорошо. Это делает нас людьми, черт возьми. А она? Кто она? Я не мог заставить тебя испытывать ней симпатию. И все же, почему разговор оставил в душе такое яркое чувство? Яркое? Я в замешательстве почесал висок указательным пальцем. Разве в моей жизни остались яркие вещи? Взгляд упал на пол, где лежали принесенные Хинатой подсолнухи. Доказательства? Какие еще доказательства? Эти подсолнухи были черными, как смола. Что она пыталась ими доказать? Бред. Дома меня ждал вечера. Как я понял, с поисками новой работы возникли очередные затруднения. Вечера с бессмысленным взглядом таращился в книгу, но как только я вошел в комнату, сразу же вскочил на ноги. О, братишка, а ты сегодня припозднился? Разве? Да, уже темно-темно за окном. Где ходил? Может, заболтался с девушкой, не заметил, как полетело время? Я что, угадал? Разумеется, нет. Ты не обманешь меня, мой чуткий нюх, дело определенно в девушке. Не понимаю, о чем ты говоришь. Как же, кто она, робкая одноклассница, решившая написать тебе любовное письмо? Старшеклассница, помогающая с рисованием? Первогодка, смотрящая в восхищении на дрянного сэмпая? Или неужели учительница? Похоже, все не то. Но я не ожидал меньшего от родного брата. Своим молчанием ты только подливаешь масло огонь моего любопытства. Кто же? Кто она? Разумеется, я не собирался ничего рассказывать. Тем более о Хинате. И вчера не должен о ней знать. Да я сам вел себя глупо, реагируя на ее существование. Сам себя не понимал. Зачем я снова пришел сегодня в класс ЭЗО? Я ведь не ждал ее, да? Я ведь не хотел увидеть ее снова. Чушь собачья. И вчера теперь смотрел на меня чуть взволнованно. Эй, братик, только не говори, что... Ты мне уже надоел, вот что. Не пропоминая, чтобы упоминал при мне Ты упоминал при мне свою девушку. Микаги, это удар ниже пояса. Будешь издеваться и извить, только если приведешь в дом хотя бы одну представительницу женского пола. И чтобы они пришли добровольно.
Ты и правда такого низкого мнения обо мне? Кто знает, на что способны отчаявшие и разочарованные в жизни безработные? Определенно у тебя кто-то появился. Не мог мой любимый братик так резко измениться без чьего-то вмешательства. Она пожалеет, что рискнула разрушить наши кровные узы. Никто ничего не разрушал. Никакой девушки у меня нет. Разве не логично? В нашей семье ты первым должен найти свою любовь. Вечера всегда был первым. Он первым родился, первым открыл себе талант художника, первым победил на конкурсе, заняв, разумеется, первое место. Кто, как не он, первым найдет себе девушку? Я улыбнулся, пытаясь поддержать наш шуточный разговор. Но вечера вдруг резко помрачнел. Давно я не видела настолько серьезным. Ты и правда так считаешь? А? Думаешь, что я обязана быть первым во всем? Ичиро, чего это? Не смей губить свою жизнь, постараясь под мою. Не смей так думать. А? Мне... Его голос упал до шепота. Не особо нравится быть первым. Больше он ничего не сказал. Я ушел в свою комнату, раздумывая над его внезапной вспышкой. Ичиро номер один. Во всем. Всегда. Он собирался с отличием закончить школу, и его талант художника признавали все учителя, да и не только они. Ему пророчат светлое будущее, где он, без сомнения, тоже будет всегда первым. Но сам Ичиро так не считал. Все произошло летом. Я учился в первом классе старшей школы. Ичиро в третьем. Ничего не предвещало бури. Все шло так, как и всегда. А потом Ичиро поджег класс ИЗО. Найс. Никто не знал, зачем он это... Никто не знал о том, что это сделал именно он, но мне Ичиро во всем признался. На следующий день после пожара, который, к счастью, сразу же потушили, Ичиро сказал: «Это сделал я». «Что сделал?» «Я поджег класс». «Класс». «Ага. Ты перегрелся или как?» «Я не шучу». Мне действительно не похоже, чтобы Ичиро прикалывался. Тем не менее, на его лице играла расслабленная улыбка. Серьезно? Серьезно? Зачем? Вот и все, что я мог спросить. Ичиро почесал затылок и устремил взгляд в сторону. Наверное, мне так захотелось. А? Чего? Понимаешь, братик, я устал. Устал делать то, что от меня хотят. Ты образцовый ученик, говорят они. Ты должен хорошо учиться, ты должен порадовать нас новой картиной. Ты должен. Я ничего им не должен. Я не собирался быть 81-м. Просто так получилось. Я ведь даже особо не старался. Первые глупости какие. Если им так надо, то я буду первым. Первым, кто поджег эту чертову школу. Удивлен? Все вокруг меня сговорились и решают за меня, кем мне быть, как учиться и кого любить. Закончить школу, стать художником. Да что они вообще могут обо мне знать? Они... конечно, не правы, но класс-то зачем-то поджигать? Не знаю. Иначе я уже не мог. Я мало что понимал. Поступок Ичиро был безумен и опасен. Как бы его не утомили вечные требования учителей, он не имел права так поступать. Ты сошел с ума. Наверное. Ичиро пожал плечами с полнейшим безразличием. Вот оно что. Безразличие. Хотел ли Ичиро рисовать? Хотел ли он быть лучшим? Я впервые задался подобными вопросами. Чего хотел сам Ичиро? Он просто делал то, что от него требовалось. В конце концов, Ичиро сломался. Ичиро. Учителя, похоже, с ног сбились, разыскивая виновника, а Ичиро, похоже, не собирался скрываться. Так не пойдет, подумал я. Больше никаких глупостей, понял? А? Чего? Мой решительный вид, похоже, удивил Ичиро. Говорю, никаких глупостей. Ты совершил ужасную ошибку, братец. Разве охота тебе вот так разрушать все, чего добился? Узнать то поджигателя, исключать из школы без суда и следствия. Сможешь с легким сердцем прощаться с поступлением в университет. Мы никому ничего не скажем. Тайный поджигатель так и останется для всех загадкой. Ну что за лицо? Я же сказал тебе, что устал и больше ничего не хочу. Мне все равно, раскроют меня или нет. Зачем ты меня защищаешь? Ты совсем дурак. Разумеется, я буду тебя защищать. Ты же мой брат. Кроме того... Микаге? Я не верю, что ты не любишь рисовать. Если бы ты ненавидел свои картины, ты бы забросил рисование. Но ты рисуешь день за днем все лучше и лучше. Потому что хочешь. Все-таки ты же мой старший брат. Ичиро долго смотрел на меня. Долго, очень долго.
Но я был согласен ждать хоть до завтрашнего утра, главное, чтобы Ичиро понял. Он совершенно запутался из-за вечного давления. Он забыл, чего хотел на самом деле. Но я не собирался сдаваться. Я бы ни за что не проиграл школе, учителям, их вечным «надо и должно». Ичиро будет рисовать, потому что любит рисование. Вот и все. Такие дела. Ичиро меня понял. Мы никому ничего не скажем. Разумеется, это будет наш секрет. Ой, блин, не то нажала. Ой, сейчас я пойду поругаюсь на собаку, что ему рано есть, и вернусь, секунду, я помолчу. Я на самом деле так устала говорить. Фух. Наверное, можно еще чуть-чуть попытаться почитать. После этого уже заканчивать. Я не знаю, сколько я читаю у подсолнуха. Часа полтора, наверное. Сейчас, секунду.
если потом чаёк заварю. Давайте, не знаю, попытаемся до 4 часов дочитать. Ну, в смысле, до 4 часов стрима. И потом продолжим, ну... следующий раз, когда я буду стримить. После этого мы вернемся опять ко мне и будем читать Рутвинса. Прочитав Рутвинса, посмотрим, что мы будем еще читать. У меня есть еще какие-то навыки. Сейчас у меня есть грации оригинальные. У меня есть какие-то что-то там еще, но это нужно будет загуглить, что оно такое. Ну, как найти все-таки, что оно и есть. Ну и посмотрим еще по выходу других новелл. Может, там что-то будет медленное. Сделать перебивку между Винсом и Ли. Ну, Ли слэш Трурутом. Я думал, что все закончилось, но ошибался. Все только началось. Началось. Так как я проиграл тому, против чего так неистово боролся. Хината. Она видела Ичера в день пожара. Она видела и во всем рассказала. Ичера выгнали со школы. Он так и не окончил старшие классы. С таким позорным пятном, как поджог школу, он распрощался с надеждами на учебу в университете, который собирался поступать весной. В итоге ему пришлось устроиться на временную работу. Они не могли, не знаю, поговорить с ребенком, узнать, что почему. Поговорить с психологом, а не просто выгонять сразу. Типа, он идеальный примерный ученик был. Так, он сделал поджог. Он поджег класс. В этом не было никакого скрытого смысла. Еще что-то. Просто давайте его выгоним. Он нарушил правила. Но проработал он там недолго. Я не удивлялся. Ичера всем сердцем хотел рисовать. Он просто не мог сосредоточиться ни на чем другом. Его жизнь пошла под откос. И виной тому... Однажды я не выдержал, смотря на довольно весело улыбающийся Хината, которая не знала, что разрушила чью-то судьбу, я подошел прямо к ней. А? Она смотрела на меня огромными невинными глазами. Ой. Что-то я зажала. Зачем? Спросил я. Зачем? Она не понимала. Зачем ты рассказала об Ичера? Хината удивленно смотрела на меня какое-то время, после чего лучезарно улыбнулась. «Он ведь поджег школу! Как я могла промолчать?» Я тупо молчал, поэтому Хината решила развить мысль. «Я поступила так, как должна. Так ведь правильно. Понимаешь?» Я понимал. Прекрасно понимал. Но не мог принять. Хината сдала брата только потому, что так надо. Виновника нужно наказать. Все верно. Но Ичера исправился. Ичера сожалел об ошибке. Если бы Хината поговорила с ним до того, как рассказать учителям, она бы увидела его раскаяние. Ну... Блин, ты какой-то вообще идеалист, чувак. В плане, ну, она увидела, что что-то произошло не так. Рассказала взрослым, которые, наверное, лучше бы сами с этим разобрались. Но взрослым, как обычно, на все насрать. И они нифига не разобрались с проблемой. Они просто исключили пацана. Хотя могли бы с ним поговорить. Определить, почему это так, что, как. Не знаю, выписать ему предупреждение первое, учитывая, что он был примерным учеником. Все это время. Но да, она даже не подумала об этом. Не задумала, зачем Ичера, лучший ученик, вдруг решил пожечь класс ИЗО. Волновала ли ее сам поджог? Думала ли она о последствиях пожара? Ну, наверное, об этом должны думать взрослые. Я сильно в том сомневался. Она бездумно поступила так, как надо, как машина. Именно поэтому я не могу упомянуть при Ичера имя Хинаты. Никогда в жизни. Общение с ней уже предательство по отношению к брату. А брату, наверное, пофиг. И все же, я только и делал, что думал о ней. Черный подсолнух. День выдался на удивление пасмурным. После нестерпимой жары полил дождь. Из-за бесконечных тяжелых туч небо казалось абсолютно черным. Хорошо, что я захватила с собой зонт.
Непогода, загляденье. Кари Чан с недовольным видом таращилась в окно. Но я буду рада, если меня в школу... Если в школу ударит молния и последние уроки отменят. Не говори так. Почему? Я же не прошу, чтобы молния ударила в нашего историка. Ой, да блин. Между прочим, Хинада слышала последние слухи о работах на конкурс? Я сразу же насторожилась. Нет, что такое? Сердце взволнованно забилось в груди. У меня чего-то возникло крайне плохое предчувствие. Наверное, погода виновата. Сложно думать позитивно, когда за окном царит мрак. Сегодня утром сенсей позвала меня к себе и с прискорбием сообщила, что мою работу кто-то уничтожил. А Кари-чан? До меня не сразу дошел смысл ее слов. Твою работу кто-то... Да-да. А Кари-чан помахала рукой с полнейшим безразличием. Кто-то сжег ее дотла. Ты представляешь? Сжег? Погоди, как сжег? А пожарная сигнализация это... И это не важно, а Кари-чан, как ты? Я? Нет, что, Хина? Хина? Как будто я еще таких не картин не нарисую. В этом вся Кари-чан. Она не прикладывала ни к чему усилий, поэтому не переживала, если что-то шло не так. На конкурс ей, по сути, было все равно. Она могла за одну перемену нарисовать 5 таких же подсолнуховых полей. Я ей немного завидовала. Но меня интересует другое, дорогая Хина. Кто преступник? Преступник? Очевидно, недоброжелатель не мог допустить моего участия в конкурсе. Логично, что подозрение первым делом падает на 2 остальных претендентов. Да-да, Хината, мой драгоценный рисунок, могли сжечь только вы с Микаги. Так глупо, Кари-чан. Почему же? Слухи уже заполнили школу. Разумеется, никто не подозревает тебя. Да и бред на самом деле. Как ты можешь испортить чью-то работу? Это же ты. А Кари-чан сделала многозначительное ударение на «ты». Что ты имеешь в виду? Ну как же, тебя чуть ли не за святой считают. Всегда всем помогаешь, выполняешь поручения учителей, не отказываешься за кого-то подежурить, берешь на себя самые неприятные обязанности. Ты по природе своей не можешь делать что-то плохое. Вот как, вот оно как. Вот как все про меня думали. Ну и неудивительно. Когда кому-то требовалось... разобрать непонятный предмет, я считала своим долгом помочь. Остающим ученикам нужно помогать, разве нет? Когда учителя искали добровольца для какого-нибудь неприятного поручения, одноклассники молчали, я всегда тянула руку, потому что кто-то же должен откликнуться. Ты поступаешь так, как считаешь правильным, как надо, как тебе внушили, что так надо. Ты не хороший, не плохой человек, Хина-чан. Ты, можно ли вообще назвать тебя человеком? Хватит, я не хотела вспоминать его грубые слова. Поэтому Хина тебя сразу же за глаза оправдали. А вот на Микаги теперь косятся с подозрением. Все считают, что картина сжёг Микаги-кун? Не то чтобы считают, подозревают. У них есть определенные причины. А Кари-чан замялась и почему-то не продолжила мысль. В любом случае, репутация по школе у него не фонтан. Не говоря уже о том, что ваша картина как две противоположности. Если твоя цель олицетворяет свет, то его тьму. Микаги-кун. Как все перепуталось. Еще эти подсолнухи. Микаги-кун, он такой не способен. Он бы никогда не сжег чужую картину. И если захочу, то выиграю этот проклятый конкурс. И неважно, каким образом. Его собственные слова. Его слова. Они сами зазвучали в голове. А Кари-чан смотрела на меня с интересом и молчала. Я должна буду дышать свежим воздухом. Не в силах выдержать ее взгляд, я вышла из класса. Меня не волновал дождь. Хотелось освежить мысли, словно ледяной порыв ветра мог унести все сомнения и неприятные чувства. А? Он стоял там, на крыльце перед школьными дверьми. Как будто собираюсь уйти домой, но остановившись перед сплошной стеной дождя. Микаги-кун. Я подошла к нему, не решаясь заговорить. Опять мы случайно встретились друг с другом.
Я смотрела на него и не могла отвести взгляд. Почему? Я не хотела иметь с Мегайгуном ничего общего. Он только и делал, что усмехался надо мной и моим образом жизни. Он не понимал меня, а я не понимала его. Но взгляд так или иначе возвращался к прямой спине Мегайгуна. Она выражала уверенность, которой никогда у меня не было. Если бы Мегайгун захотел, он бы пошел прямо в ливень. Его бы ничего не остановило. Я делаю только то, что хочу. Мегайгун стоял не шевелясь и казался единственным ярким пятном среди черного неба и серой стены дождя. Несмотря на напускное безразличие, он был яркой личностью. Его внутренний свет притягивал к себе. И все же Мегайгун выглядел таким одиноким. Хватит. Нет, а как убрать интерфейс? Во. Мне не хочет принтскриниться. Где? А как сделать принтскрин тогда? А, нет, все, сработало. Так. Вернись, пожалуйста, ладно. Сейчас я разверну. Если вдруг за это время было непонятно, короче, игра оригинально в маленьком окошечке. И чтобы она была более-менее на полный экран, нужно ее в полноэкранном режиме. А в полноэкранном режиме она делает вот это вот. Так. Детям не стоит долго пользоваться компьютером, планшетом или смартфоном. Вечный спор решили американской медицинской ассоциации, педиатрии и японские исследователи. Они лечили более 7000 детей и пришли к выводу, что к 2 годам дети, которые проводили перед экраном до 4 часов в день, три раза чаще проявляли задержки в развитии, страдали навыки общения и двигательные функции более 4 часов 6 раз чаще. А еще экраны не дают ребенку скучать, и скучать это очень важно, потому что это развивает творческую функцию мозга. Ну, кстати, логично. Что за подарок? А, типа подарок, это можно подарить премиум, ну, бесполезная хрень, короче. О, сегодня день рождения у гения, кстати. Не забываем поздравить гения. Что ты делаешь? Сама не знала. Не знала. Мне хотелось стать частичкой света, испускаемого Мегайгуном. Мне так хотелось стать ближе к нему. Опять пришла учить меня жизни? А? Я не знаю. Не понимаю. Опять 25. Такое чувство, что это единственные слова, которые я тебя слышал. Его грубая речь в очередной раз смутила. Это смущение. Она заставляла что-то внутри меня оживать. Во мне росло непонятное, непривычное чувство жизни. Ты не хороший, не плохой человек, Хината-чан. Ты... Можно ли тебя вообще считать человеком? Да, он был прав. Я не ощущала себя человеком. Я не чувствовала себя живой. Но мне так хотелось. Так хотелось еще больше наполнить его... себя его светом. Разрешат, но он будет писать. Наверное, зависит от конторы. Мегайгун застыл. Я не видела его лица и боялась узнать, какие чувства сейчас на нем отразились.
чего ты все-таки от меня хочешь? Неожиданный вопрос заставил меня вздрогнуть всем телом. Не знаю. Почему ты так цепляешься за меня? Не знаю. Почему ты не отстаешь от меня? Не знаю. Ну хоть что-то ты знаешь. Я... Не знаю. На самом деле я прекрасно понимала, что хочу просто стоять рядом с Мегайкуном и чувствовать себя живой. Само это желание заставляло меня жить. Блин, такой диалог знакомый. Ну, не совсем такое было, но да. Подобное бывало в моей жизни, так сказать. Из-за Мегайкуна в моей душе зародились сомнения. Из-за него я внезапно изменилась. Тебя волнует сам факт того, что он рисовал ту картину? Или то, зачем он ее нарисовал? Раньше бы я никогда не задалась этим вопросом. Никогда. А что если... Мегайкун вдруг нарушил тишину. Его голос звучал зловеще. А что если я уничтожил картину Акари? А? Сердце на миг замерло. Я же сказала тебе раньше, я собираюсь выиграть конкурс. Зачем? Ты опять врешь. Мегайкун вздрогнул. Я ощутила, как он мелко сдрожал от гнева. Я делаю только то, что хочу. Вот и все. Врешь. Как и в случае с черным подсолнухами. Да. Почему ты так уверена? Я хочу тебя разочаровать. Я жгу картину. Понимаешь, это в стиле нашей семьи. А? О чем ты говоришь? Так ты меня не узнала. Ну, я и не удивлен. Не понимаю. А стоило бы. Мегайкун резко дернулся в сторону и повернулся ко мне лицом. Впервые я увидела его настолько мрачным. Страшно. Может, стоит покопаться в памяти и вспомнить, как год назад подожгли старый класс ИЗО? И не будет ли тебе так сложно припомнить имя поджигателя? Я на миг растерялась, из головы давным-давно вылетел тот случай с поджогом. Тогда я случайно увидела виновника, сообщила о нем учителям. Любой бы поступил так же. Ну, в принципе, да. А? Вспомнила. О, боже мой, я вспомнила! И вчера из третьего... Гениальный ученик, с кем могла сравниться разве что Акари-чан. Все были в ужасе, когда узнали, что именно он совершил поджог. И вчера даже не возражал, учитывая, что я поймала его с поличным. Его вскоре выгнали из школы и совершенно забыла о том инциденте. Семья... Так значит, ты... Мегайкун, младший брат Ищера? Стоило догадаться, но мне просто было неинтересно. Я стерла из памяти все, что случилось с Ищером. Меня волновала только правильность моих действий, и все. Так, мне необходимо дойти на 5 минут и накормить пёселя. Возможно, эти 5 минут дадут мне сил, и я смогу еще дальше читать. Не знаю сколько, но вдруг получится еще. Так что пока что мы делаем паузу. Минут 5. Я просто реально устаю читать. Вслух читать устаешь. Когда ты просто болтаешь на стриме, неважно сколько часов, это проще, чем если ты читаешь вслух. Честно. Ну это да, напоминаю, ссылки есть снизу, вы также еще можете заглянуть на Boosty или на Patreon, ну, там вот есть теперь файлик, документик и пап, который вы можете скачать, и вам будет удобнее читать. Strangers. Ну и всякие эти донатные ссылки тоже снизу есть. Да. Я знаю, что я что-то частовато, кажется, сухо подхожу сегодня, но как так получается? Не могу ничего делать. Да.
капец как устала, но я продолжу. Я попытаюсь еще. Так, сейчас вы увидите какие-то страшные мелькания на своем экране. Вероятно. Но это нужно сделать. Удивительно, вы не видите мелькания. Я просто пытаюсь понять, это вот у ботов новые интересные имена появились? Или как? Или что? Почему столько непонятных пользователей в списке? Это опять какие-то атаки ботов? Мелькай, мелькай, молодец. Так, она вернулась? Ну, вернулась. Так, это ты прочитала? Что стало потом с Ичиро? Как Микаи и Кон отреагировали на исключение брата? Наверное, они оба страдали. Я никогда об этом не задумывалась. Только сейчас в голове возник тревожащий вопрос. А зачем Ичиро поджег класс? Спросить. Я хотела у него спросить. Если подумать, то блестящему ученику незачем совершать подобную глупость. Может, у него были на то причины? Может, он подался мимолетным чувством? Может, он раскаялся, когда пришел в себя? Сейчас уже не важно. Ведь я поступила правильно. Перечеркнула все возможные способы его спасти. Тут какой-то прям вообще слишком категоричная в плане. Она поступила верно, что рассказала взрослым, но почему взрослые нормально с ним не поговорили и просто кикнули со школы? Это вопрос. Они там, не знаю, выкатили предупреждение, учитывая предыдущие заслуги. Не отправили там, не знаю, к психологу, не пообщались. Что просто кикнули? Осталось бы, что вот такой вот инцидент, не знаю, сказали бы, что у него там, не знаю, нервный срыв какой-нибудь случился, еще бы как-нибудь писали, ну. Что-нибудь, что бывает. Так что тут ошибка взрослых, опять же. А правильно ли я тогда поступила? Не лучше было бы смолчать? Боже мой, почему я снова думалась об этом только сейчас? Кто знает, может, если бы ты не сказала, какой-нибудь невиновный бы заобвиняли бы. И тоже бы. Чувствовала себя плохо. Вспомнила. Микаки-кун еще мрачно изучал мое лицо. Надеюсь, что да. Может, хотя бы после этого ты от меня отстанешь. Как бы ты ни хотела, я не стану поступать так, как тебе хочется. Если вздумала нормально поговорить, то сначала прими меня такого, какой я есть. Сможешь ли ты принять неправильного поджигателя, уничтожив картину твоей лучшей подруги? Как думаешь, какое правильное решение тебе следует принять? Сказав это, Микаги запрокинула голову на портфель и мгновенно исчез среди пелены дождя. Я только и могла что смотреть ему вслед, ощущая себя пустой и безжизненной. Правильное решение? Правильнее всего забыть о Микаги Куни, ведь я совершенно не понимала, о чем он думает. Разум кричал, что иного выхода нет. Нет ведь? Что за день? Вчерашний дождь словно излился запасы воды, и на смену опять пришла адская жара. Весь день я сидел в классе, где меня поймал сенсей. Ее крайне раздражали мои прогулы, поэтому она всегда находила способ отомстить. Но сегодняшнее наказание оказалось страшнее всех ее выдумок вместе взятых. Ты ведь знаком с Хинатой из параллельного класса? Понятия не имею, кто это. Знаком-знаком, не выдумывай. Вы же с ней нынче знаменитости. Только не говори, что забыла ее о картине. Ха. Ну так вот, сбегай к ней домой, занеси ей альбом. Чего? Она такая рассеянная, хоть и староста класса. Боже, забыла альбом, без него будет затруднительно закончить домашнее задание. Так то ее проблемы, пусть возвращается за альбомом сама. Не будь таким злобным, Микаги-кун. Все равно целыми сутками балду пинаешь. Быстро сгонял до дома Хинаты и отнес ей альбом. Тут недалеко, одна нога здесь, другая уже дома. Речь.
Когда сенсей приказывала, отказать ей было невозможно. Она сочила мне несчастный альбом для рисования и дала адрес Хинаты, пинком и выпроводила из класса. «Ну что за день?» — повторил я. «Не выбрасывай же этот альбом». Так что пришлось идти. Дом номер 17, дом номер 17. О, вот он. Дом Хинаты не выглядел каким-то особенным. Но мне показалось, что я изнутри слышу настоящую какофонию из разнообразных воплей и еще черт знает еще чего похоже. Матерь Божья. Внезапно. Испугавшись, я поспешил к дверям и силой давил палец в звонок. Какофония на миг смолкла, после чего вопли возобновились. «Иду, иду!» Кажется, голос принадлежал Хинате. «Да что там происходит?» Дверь распахнулась, Хината выглядела так, словно пробежала марафон, уставилась на меня непонимающим взглядом. «А, Микаги-кун, что ты тут делаешь?» «А, я это...» За спины Хината донеслась новая порция криков. «Ай, хватит, ай, хватит же! Рун, на, мечи, помолчите хоть секунду!» «А-а-а, боже, прости, Микаги-кун, проходи, сейчас я освобожусь!» Хината скрылась в одной из комнат. Я в полнейшем шоке вошел в дом, закрыл за собой дверь, снял обувь и практически на цыпочках прокрался по коридору, заглянув в комнату, которая скрылась Хинатой, я обомлел. Картина передо мной предстала ужасающая. «У нас гости! Гости! Это Санта!» «Летом, а Санта отпуск на Гавайях, Чи». «Тогда почтальон! Тогда почтальон! Или грабитель! Ты снова пустила дом грабителя, сестрянка!» «Снова?» «Нет, это мой одноклассник, Ру. Микаги-кун, не заходи. Заходи, не стесняйся». «Не заходи». Но мне не хватило сил на смущение. Я просто смотрела на то, как Хината с видом опытного санитара психиатрического отделения пытается успокоить разбушевавшуюся малышню. Мини-сан, он ищет с сестрянкой. А он любит лук? Лук? Понятия не имею. Все с ним понятно. Все? Все? Что? Что все? И зачем он явился? Санта с грабителем и то получше были. Что не говори, история про грабителя меня определенно заинтересовала. Санты не будет. Санта занят, Чи. Но он же принес что-то. Я понял, что сжимая в руках альбом Хинаты, детские любопытные взгляды мгновенно сконцентрировались на мне. «Ох! Мой альбом! Я забыла его в классе!» Сенсей попросила занести его. «Спасибо, Микаги-кун! Ты меня спас!» Пытаясь одной рукой удержать вырывающуюся сестру, второй Хината потянула за альбомом. «Как я могла его забыть? Погоди, Чи, не дергайся! Сейчас я забираю альбом, и мы пойдем обедать!» «О, враг семейства Луковых!» У меня не получается пацана озвучить. Удар. Что-то силой ударило меня в живот. Похоже, то была голова Ру, которую он использовал как оружие массового поражения. От удара перехватило дыхание, альбом выскочил из рук, взметнувшись в воздух, рассыпавшись по комнате дождем из белых листов. «Ру, немедленно извинись перед Микаги-куном!» «Он враг! Я сразил врага!» «Санта!» Вдруг заверещала Чи. «Ру убил Санту!» «Жив я, жив! Враг еще в строю!» «Я! Ха! Мария, о пощаде!» «Не трогай Санту!» «О боже мой, почему дети такие громкие?» Боль в животе ушла на второй план, теперь меня тревожила раскалывающаяся на части голова. «Хватит! Ру, Чи, если вы вовремя не пообедаете, то пропустите вечернюю серию шоу, а там ведь как раз началось самое интересное!» Лицо Ру застыло от шока. «Хочу посмотреть», — проговорила Чи. «Прости еще раз, Микаги-кун». Пока дети застыли, обдумывая информацию, Хината принялась поднимать листа с пола листы бумаги. «Ничего не поделаешь». Я присела на корточки, чтобы поднять скетч, на котором Хината весьма умело изобразила... Что это вообще такое? Неважно. «Не надо, Микаги-кун, я сама соберу». «Лучше контролируй лукового воина». «Враг признал мои силы». «Еще бы». Хината потянулась, тоже потянулась к скетчу.
это... На миг наши пальцы соприкоснулись. Что? Что я только что... На секунду мир изменился. Приобрел яркие краски, словно... Я словно ослеп, не понимаю, что происходит. Наверное, удар Ру подействовал на меня сильнее, чем я предполагал. Что это было? Может, пообедаешь с нами? Санта, не уходи! Не завис за стол противника, сестрянка! Хватит уже! Я даже не... Сестрянка очень вкусно готовит. Санта, останься! Останься, или я... Чи начала хлюпать носом, мне пришлось согласиться. За столом дети шумели так же, как и раньше, но Хината с привычным видом контролировала каждого из них. Я выяснил, что родители Хинаты работают допоздна, поэтому ей самой приходится следить за младшней, и она и сама и готовила, убирала и помогала детям с уродками. «И ты все делаешь одна?» Я не смог удержать удивленного вопроса. Хината посмотрела на меня в полнейшем недоумении. «Если не я, то кто?» Вот и весь ответ, вот и вся Хината. Если не она, то кто? Ну, в данном случае реально, если не она, то кто будет помогать? Не, конечно, можно было бы еще и няню не нанять, но тут вопросы к родителям. Ну и в принципе. Не так плохо, когда старший ребенок помогает. Главное, желательно только на него все вообще не вешать. Так, я попытаюсь еще почитать. Я хочу быть такой же, как и сестренка. Чи нахваливала мне Хината, словно собиралась сосватать. Мама всегда говорит, что мы должны брать с сестренки пример. Вот мы и стараемся учиться так же хорошо, как и она. О, не надо меня хвалить. Не выдумай, сестренка. Мама сказала, что ты в каком-то конкурсе участвуешь. Если выиграешь, то я так и будет точно есть перец. Ты серьезно? Возможно. Ру! Они смеялись так звонко. И счастливо, что у меня закладывало уши. Хината тепло улыбалась, и я совершенно забыла о том, что она испортила жизнь Ичиро. В доме номер 17 царила особо яркая и дружественная атмосфера, заставившая меня на какое-то время отключиться от окружавшего мира. Мне не хотелось уходить. Мне не хотелось чуть дольше побыть частью яркого мира Хинаты. Поэтому я остался посмотреть то шоу, о котором мечтали дети. Мы расселись на диване и вместе смотрели бессмысленные мультфильмы о роботах и борьбе со злом. Так, это Бакуган или это Трансформеры? Хочу Бакуган пересмотреть, кстати. Ру был в диком восторге. Иногда казалось, что его крики переходят на ультразвук. Или это Power Rangers? И просто роботы так описаны. Да меня эти больше не смущали. С одной стороны, от меня сидела Чи, с другой нами. Окружённый их теплом, я сам не заметил, как задремал. Можно я больше не буду детей озвучивать? В смысле, в рамках данной новеллы. То это тяжкое. Я устала. Мне приснилось черное поле. Черное подсолнуховое поле. Оно было мрачным и пустынным, несмотря на огромное количество цветов, разбросанных везде и всюду. Они слегка покачивались под легким порывом ветра, но я не слышал ни звука. Так пусто, так холодно и так темно. Вдруг я ощутил тепло и легкое незаметное прикосновение к волосам. Оно было настолько слабым, что могло показаться лишь игрой воображения, но мое сердце вдруг наполнилось настоящей, неподдельной радостью. Ну вот, все уснули вместе. Хината? Ее голос убаюкивал, успокаивал, как колыбельная мама. Я просто не знаю, что мне теперь делать. Микаги-кун. Ее голос, ее слова. Теплые, тревожные. Почему? Почему такая машина, как Хината, о чем-то переживает? Может, я ошибался? Может, ее поступки не такие безвольные, какими мне казались? Я не прав? Ой, ладно, можно на данном моменте я сохранюсь, и мы в следующий раз почитаем, ну, возможно, завтра, возможно, это будет на следующей неделе, но я думаю, мы закончим за следующий раз.
Я надеюсь, по крайней мере. И, ну, после этого, понятно, мы начинаем рутвинса во мне. А сейчас я пойду себе заварю чайку и порисую. Закончу пару штучек сегодня и пойду играть в Genshin. Думаю, будет примерно вот так. Ну, и я еще там посмотрю лекции, понятно. Фух. Я устала, но мы сегодня добились многого, я считаю. Мы с вами дочитали до конца и посмотрели абсолютно все концовки. Прощаем, мы увидимся с тобой в последний раз. Мы прочитали демку Озиума. Кстати, прикольная игрушка, ну, завойника. Мне кажется, будет ее интересно пройти, когда она выйдет. Работа на ней все-таки ведется, это видно. Ну, я заходила в паблик. Мы прочитали Светоча, забавненькая игрушечка. Мы прочитали... О чем мы еще читали? Я забыла, о чем мы еще читали. Чуваки. Так, давайте я перейду на этот экран. И закрою игру уже. Да, я хочу уйти. Так, о чем мы еще играли? Lighter. Goodbye, мы... так, Power to Save One Person мы играли вчера. Odium. А, ну, получается, мы играли в Светоча, мы играли в Odium. Мы играли, причем, этим с тобой. И мы начали Подсолнух. Я думаю, мы уже... Ну, некоторую часть все-таки прошли. Не знаю, может, половину, может, какую-нибудь, не знаю, одну треть. Ну, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Вчера мы прошли Силу спасти одного. Тоже забавненькая маленькая игрушка. В следующий раз мы дочитываем Подсолнух. После этого мы возвращаемся к Амнее и читаем Рутвинса. Я очень надеюсь, что за сентябрь я пройду Рутвинса. После этого мы снова делаем крошечный перерывчик на несколько стримов. Ну, в том плане, между рутами. И играем в какие-нибудь другие новелки. Может быть, мы там за пару стримов пройдем оригинальных граций. Их, по-моему, часов 10 читать. Там 2-3 стрима, может быть. Либо мы поиграем в какие-нибудь снова маленькие новелочки. Может быть, найду. Ну, я посмотрю, что у меня скачанное. Собственно, что я сделала? Я могу еще пройти, которые у меня с джема остались. Новеллы скачанные, там хорроры. В принципе, может, на один стрим хватить. Ну, как-нибудь так. Ну и посмотрим по выходу других новелл. Может быть, там что-нибудь выйдет, что будет стоить пройти. Я не думаю, что вся невеста тьмы выйдет. Это вот воробушка. От нее же мы играли в демку Espresso for Demon. Ну, как я шутила, Espresso для Димона. Оно, кстати, это новелла, имею в виду. Как я много нука. Она тоже выйдет скоро, я надеюсь. На ней тоже работа идет, просто воробушек работает одновременно над Bright of Darkness, над Espresso for Demon и над каким-то своим бесплатным проектом, который тоже коротенький. Ну, он коротенький, потом по длине будет идти кофейня Espresso for Demon. И самое длинное у нее это Bright of Darkness, которая вышла... Две главы, если не ошибаюсь. Мне кажется, я не видела выхода третьей. По-моему, она в июле планировалась, но что-то там пошло не так. Я отложилась. Я думала, может пройти парочку этих глав. Но я подумала, может быть, лучше дождаться, так, когда выйдет либо все, либо хотя бы как-то, по-моему, 5 эпизодов планируется. Например, дождаться до 4-го пройти все 4 эпизода и потом ждать 5-й, как вариант. Ну, либо уже ждать, не знаю, Новый год, наверное, где-то тогда она выйдет полностью. Я надеюсь. Желаю удачи, собственно, воробочку. Все остальное. Ну и как-то вот так, да. Ну, это все ссылки есть снизу. Можете кинуть мне на чаек. На самом деле я потрачу это на обучение. Но чаёк я все равно выпью. Да. Идите к носку, короче. Сейчас, где носок?
Мне нужно выключить звук. И отправить вас к ножочку смотреть Overwatch. А я пошла отдыхать, я устала. Ладно, всем пока, увидимся в следующий раз. Если вы смотрите записи на YouTube, я стримила 4 часа 22 минуты. Ну, чуть больше уже, понятно. Эмоты точно прошли, но я поделю видео, поэтому у вас это будет чуть не так. Да, всем пока-пока.